В 16 районах республики большинство школ закрыты на карантин. При этом в Якутске, а также в Нюрбинском и Намском районах закрыты все общеобразовательные учреждения. Несмотря на это, дети продолжают гулять в общественных местах, и врачи рекомендуют родителям быть ответственными и не выпускать детей из дома, чтобы не допустить распространения вируса. Напомним, в Якутии выявлены случаи заражения свиным гриппом не только взрослыми, но и детьми. На сегодняшний день в столичном инфекционном отделении находится 150 детей. Более 20 были заражены свиным гриппом. Из них четверо по-прежнему находятся под наблюдением врачей.